Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я. И сегодня мы будем одну фигню проверять в креативе. Конечно, это опасно делать не в креативе. Смотрите, во-первых, берем ведро. Так. Бедра. Ведро. Ну где ведро? Ну как ведро? Где ведро? Ведро. Что у меня падает? Так. Да блин, где ведро? Ладно, я лучше возьму дерево. А можно и с разных классов? Да. Прикольно. Так, короче, ставим верстак. Железный блок переделываем. Делаем вот ведро. Сейчас там около воды соберем. И берем отсюда лесенку. Вот такую. Давайте. Берем. Ровной поверхности. Так. Подожди. Так. Смотрите, и сейчас идем ведро набираем. И так несколько этажей делаем. Подожди меня. Отдыхаю боль, твои духи. Так. Что-то не получается. Нет. Да как? Да как? Вот. Наливаем водой. Надеюсь, получится. А, наперед еще надо фигню взять. TNT. Смотрите, какая конструкция у нас получается. Так, еще. В Ютубе это получилось. И у Пози тоже. Последний этаж. Подождите. Так. Как-никак. Вот. И последний этаж. Thank you.
еще три. Два. Два. Три. Не, не получилось. Но в видео это получилось. Я просто не те кирпичи взяла. Подождите, ребят, еще посмотрю, какие кирпичи надо. Так, вот эти мне надо. Еще раз. Не повторять дома. Что-то мне кажется, не получится. Интересно, почему. Так, опять вот так вот делаем, ребята. Все я делаю сам. Мне никто не помогает. Привет, дорогие друзья, с вами мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Короче, делаем конструкцию. И последний этаж остался. Последний этаж. Хотя можно и без него. Давайте, смотрите. Вы просто смотрите, эта фигня не взорвется. Ой, смотрите, кайфово. Значит, нас обманули в ютубе. Смотри, как надо было. Так, ребят.
Ребят, эту фигню надо делать в 4 этажа. Ты что, издеваешься? На заметку. Ты издеваешься надо мной? Ну, тобой нет. Да. Просто ставим деньги. Прикольно. Вдыхаю боль. Ладно, ребят, к сожалению, у нас не получилось эту фигню. Это либо обман, либо потом. Какой красивый пёс. Блин, жаль, я не выживаю. Всё, это максимум. Так что ставится.